Одесити продовжують готуватися до можливого вторгнення російської армії. Навчальний центр САР провів курс підготовки в умовах воєнних дій. Першому у циклі навчань взяли участь представники засобів масової інформації. Медійники вчилися, як діяти під час обстрілів різного типу та надавати домедичну допомогу. Спершу починаємо з зовнішнього вигляду журналіста чи будь-якого цивільного. Від вашого одягу і наявності маркувань залежить ваша безпека. Журналіст – це той чоловік, который не представляет опасности для одной и для второй стороны физической прямо здесь и прямо сейчас. Журналиста должно быть видно со стороны. Мы не говорим о том, что на вас должны быть светоотражающие жилетки, но маркировка у вас каким-то образом должна присутствовать, не говоря о вашей айдишке. При прохождении, при любой коммуникации, обратите внимание, сейчас я и все коллеги наши, которые работают от учебного центра САР или от группы компании «Парамедик», у нас у всех есть айдишки, они на украинском языке. Сзади есть номер телефона, по которому можно позвонить и выяснить, кто такие, да или не да. Идея проста. Идентификация на улице – это очень и очень важно. Поэтому вас должно быть видно. На некоторых из ваших коллег по регионам Украины я видел опознавательные ленты свой-чужой. Раньше был желтый цвет, сейчас другой цвет. Как вы считаете, это хорошая идея? Нет. Вот аналогия с войной. В принципе, для своих идея хорошая. Но если противнику, упаси Господь, зайдет, он будет разбираться? Журналист, не журналист. Стричка есть, будем, соответственно, цель поражать. Поэтому идея какая, коллеги, обратите внимание на то, что ваша задача выглядеть максимально цивильной, невооруженной, не представляющей угрозой особой. Наступні поради будуть корисні всім без виключення. При оголошенні повітряної тривоги найкращим варіантом буде сховатися у прихистку. Але що робити тим, хто з будь-яких причин не має можливості це зробити і змушений залишитися в квартирі? Якщо ви почули свист снаряда, а через декілька секунд вибух, відразу падаєте на землю. Не панікуйте. Те, що ви чуєте сам звук прильоту, означає, що снаряд пролетів досить далеко від вас, а ті секунди перед вибухом лише підтвердили безпечну відстань. Если мы находимся в помещении, то, скорее всего, вы услышите именно уже раскат, разрыв. Если вы находитесь на улице, если летит где-то близко, то вы услышите свист. В любом случае, что ракета, что снаряд, это свист, в первую очередь. И поэтому это вас должно в первую очередь насторожить, именно этот звук. Что мы делаем, если мы находимся в помещении? Безопасное место по правилам двух стен. Дальше оттока? Совершенно верно. Первое. Оттока, две стены. Если это высотное здание, желательно, чтобы мы не находились на последних этажах и на первых этажах. Почему? Последние этажи сверху. Последние этажи, как правило, попадания сверху, они просядут, первые два, да? Если мы находимся внизу, если, допустим, какая-то часть здания будет рушиться, то мы не сможем выйти и нас будет заваливать, да? Если мы находимся в высотном здании, желательно... Если мы на последних этажах выйти, спуститься два этажа, ниже находиться возле шахты лифта, это будет то же самое безопасное место в здании. Почему? Потому что шахта лифта, она специально сделана, укреплена просто конструктивно для того, чтобы выдерживать долгосрочную работу самого же лифта. Если у нас высотное здание с парковкой, мы парковку будем идти? Спорный почему? С чем связан? Количество выходов. Как нам определить ту парковку, вот если мы даже проживаем в доме, можем мы в нашу парковку спускаться или нет? Если рядом с нашим домом вы видите небольшое строение, ну, скажем так, как две трети двери, это бетонный кубик, да, зарешоченный, это вентиляция именно с парковки, значит, там есть несколько выходов, и он используется как бомбоубежище. Да, такое нам подходит. Если этого нет, мы в парковку не идем. Это не имеет смысла, потому что если сложится весь дом, то, скорее всего, что сам парковку раскопают позже всего. Поэтому мы находимся где-то посередине. Если мы находимся на улице, и мы должны спрятаться, что для нас, вот, если мы берем наш город, что для нас максимально эффективно будет? Какие здания, какие сооружения? Если мы находимся на улице, нам нужно бежать прятаться. Если мы говорим про дома, которые сделаны сводами,
Они сделаны очень умными людьми, и, как правило, этот подвал, даже если сверху все сложится, там будет возможность довольно долгосрочно ожидать. Скорее всего, что своды не завалятся. Второе здание, которое мы как бы рекомендуем, это так называемые сталинки. Почему? Потому что сталинки строились именно для того, чтобы они были максимально крепкими, максимально эффективными. И скорее всего, что в процентах 80 сталинок будут именно те подвалы, именно с двумя-тремя выходами, именно с вентиляцией, там, где можно спрятаться. Поэтому это тоже для вас полезно. Если мы находимся на улице, у нас нет возможности никуда бежать, прилетел рядом где-то снаряд, я рекомендую вам использовать воронку от этого снаряда. Почему? Нет, не потому что, я знал, что вы скажете. Не поэтому. Потому что там будет котлован, потому что там будет естественный уже бруствер. И в данном случае вы будете максимально безопасны, не нужно никуда бежать, ничего искать, ничего придумывать. В данном случае это будет максимально безопасно. При отриманні поранення під час обстрілу необхідно швидко надати мінімальний обсяг допомоги, який забезпечить життєздатність у процесі транспортування в укриття. Адже кожна втрачена хвилина може коштувати життя. По суті, якщо ми говоримо за такі жгути, то їх використовувати дуже і дуже просто. Що вам потрібно? Ви одягаєте цей жгут собі на кінець, далі ви його затягуєте, заклеюєте, и начинаете выполнять компрессию. Скручивать палочку и накручивать ту ленту. Как только кровотечение остановилось, зафиксировали вот здесь за рожки, провели жгут, остаток жгута между двумя этими рожками и зафиксировали. Все, вы уже кровотечение остановили. Если мы устанавливаем на ногу, то мы не делаем вот эту тему, продеваем его через ногу и ведем его дальше. По какой причине? Нога получила травму. И вы не сможете ногой управлять, сгибать, двигать. Она у вас будет еще раз просто лежать, и все, и вы ничего не сможете сделать. Поэтому, когда мы говорим за жгут КЭТ, либо жгуты вороткового типа, на нижнюю конечность мы всегда полностью распустили. Вы после этого продели под ногу, поставили его, стянули. И выполняете вращение. Один поворот, второй. Произошла остановка кровотечения. Зафиксировали его за рожки. Просмотрели, проклеили остатки жгута, которые остались. И закрыли фиксатор. Містяни, що хотіли б навчитися надавати медичну допомогу під час воєнних дій, можуть відвідати безкоштовні курси з 21 по 24 березня. Тренінги проводитимуть інструктори навчального центру САР. Вони покажуть, як провести травмогляд, надати допомогу у випадках поранення чи кровотечі, та визначити, коли травма загрожує життю. Заняття відбудеться за адресою Розкидайлівська, 69/71, з 13 до 16:00. На випадок повітряної тривоги у будівлі є укриття. Вхід для охочих вільний за умови попередньої реєстрації на офіційних сторінках навчального центру. Тетяна Боромбей, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».